А я пью вас. Лев, как самый алкоголик, сел за самый крайний столик. Багажник. Блять, говно везде, да что за хуйня-то, а? Так вот и после нас. Мы умрем, а говно все иди, будет. Бери эту сковородку. А где она? Как она открывается, я не знаю. Я не знаю, как открывается. А кнопочку надо найти сначала. Ты чё, жид, блядь? По веревочке бежит. Давай за кромородину. Где они там? Что они нам приготовили? Главное, это говорит. Сковородку главное. Колесо главное, блядь. Хули мне твоя сковородка. О! Масло, цепочку и сковородки для цепочки. А сковородка твоя, что ли? Да ты чё? О, блядь. Вот сука-то, а. Ты падает, блядь. Что, холодно? Пахнет, да? Сыростью пахнет. Ну это лучше, чем говном. Ты чё, блядь? У вас дурдом. Блядь, ты куда столько хлеба набираешь? Ты, блядь, горячий еще ладно, когда. Ну а этот. Он горячий был, он остыл, пока ехал. За хлебом, за водой, за мандой, блядь, да ты все слова попутал от счастья. Я заметил, ты когда с магазина приезжаешь, ты в нехорошей эйфории находишься. Эйфория, у тебя что хорошая эйфория? Просидел, поснимал, никаких забот тебе. А какие там должны быть заботы? Ну,